Всем привет, добро пожаловать на канал Верой Плей, и мы продолжаем играть в Horror Madison. Усаживайся поудобнее, приятного просмотра. Да, в прошлой серии у нас... Чего произошло-то? Чего у нас? Ага. Ага, вот это вот пропало. Точно. Статуя. У нас пропала статуя. И где она? На чердаке? Дверь открылась. Страшно. Вырубай. Да чё это? Я туда не буду подходить. Вновь. Дверь открылась. Пойдем. Что? Теперь оно открыто. Здесь точно кто-то есть. Это хреново. То, что здесь помимо нас кто-то есть. Хотя, с одной стороны, хреново. Если это маньяк. А с другой стороны, если это призрак, то пофиг. Зато не скучно вдвоем. Призрак, он ж ничего тебе не сделает. А вот маньяк может. Маньяк может. Хотя призрак тоже, смотря какой. Есть враждебный, есть дружелюбный. Например, Каспер. Каспер тебя не тронет. Каспер вообще милота, а не призрак. Как взять кассету? Игра. Лука, возьми. Не надо. Не надо. Не нагнетай. Блин, как страшно стало. Почему ты не хочешь сесть в кассету? Тебе места нет? Есть. Возьми кассету. Задолбал. Да? Так просто? Пошли послушаю. Ну их нафиг. Своим вот этим вот. Айда послушаем, потом вернемся. Сюда, сюда. Так. Что за... Номер один. Ой, ладно. На хранение. Так, солнечный короб. Вот молоток нам пригодится еще где-нибудь. Я бы его оставил. Записная книжка Луки. Но это нельзя. Записную книжку я бы тоже оставил. Но он там зарисовки делал. Давай. Схватить. Ай, ладно, потом. Ничего. Вместе со второй газетой. Становление одержимым зловещей сущностью характеризуется потерей контроля над телом, разумом и душой. Однако сущности это зачастую мало, она хочет больше. Ситуация становится намного хуже для носителя. В этих случаях одержимость это всего лишь первый шаг плана демона. Поговаривают, что из тех, кто возвращается в наш мир, желая закончить незавершенные в их смертной жизни дела. Жертвы этих ужасных случаев одержимости подвергаются своего рода отсоединению.
астральной телепортации. Не знаю, как это описать. Эти злонамеренные существа заставляют носителя проживать моменты, которые не должны быть возможны в другом месте и времени. Может, даже вообще в другом измерении. Это безумие. Неясно, происходит ли эти телепортации внутри разума. Или носитель фактически перемещается в какую-то альтернативную реальность. Физически. Альтернативная реальность? Я схожу с ума. Да, я говорю. Все, кукухой. Поехал. Зачем пришел в дом? Зачем? Чтобы поехать кукухой? Одержимость только себе заработал на жопу. Так, на хранение. На хранение. Эти, наверное, пригодятся. Смотреть можно будет. Зарисовок, кстати, нет. Чего нет? Чердак. Давай еще раз на чердак сходим. А, нет, у нас там дверь открылась. Точно. Дверь открылась. Надо туда. Вот это вот. Это, конечно, она. Блин, опять страшно. Ой, ладно. Сейчас вот закрыть. Оп. Закрыто. Вот это был хороший скрип. Ой, у меня аж руки обе дернулись. Ужас. Ты что творишь? Совсем? Тебя может отвезти? Я дверь закрыл. Открыть? А ты выйдешь? Сейчас, подожди. Все. Открыл. Давай. Иди к себе, топ. Иди, топ, к себе. Блин, сейчас подойду, там и не знаю. Ой, скримеры. Скримеры. Ой, не надо. Блин, ну это точно не статуя уже. А что? Ты что, дура, что ли? Ой, блин. А. Нет. Хочу. Не надо пугать меня. Пожалуйста. А, вот к музыка. Ой, не ори. Извините, я не знал то, что вы слушаете. Вот это вот. Куда залезла? Эй! На земле в парке стоял. Давай пой, ей нравилось. А то она меня сейчас убьет нахрен. Чё тебе надо? Эй! Улыбаешься? Это хорошо. Это пианино преграждает входную дверь. А я не увидел сразу. Блин. У меня нету. Кругозор маленький. Комната отца. Да? Как туда зайти? А это ты, да? Прикольно. Прикольно. Опа, дверь. Куда дверь? Ты за мной не ходи. Это долбанная статуя. Я схожу с ума. Я сошел с ума. Мне нужна она. Долбаная статуя. В
О, вот, нашли. Давай киношку смотреть. Эй! Эй! Киношка. Грэмма. Бабушка. Бабушка? Ты дурак? А, ага, их двое. Бабушка и дедушка. А это кто? Ну ты говори, я ж не знаю. Ой. Дед. Отец. Ага. Может, фоткать надо? Это все. Нет? Эти фотографии довольно старые. Вот это мы. Оу. Ты сейчас страшно мне. Сломалась? Перестань. Вот. Как знал. Я так и думал. Серьезно. Угу. Там что-то. Планеты. Расположение планет. Это нам надо. Отлично. Отлично. Загадки решаем. Спасибо статуе, скажем. Спасибо. До свидания. Там какая-то тетя. Может, поговорите с ней? Кто здесь? Уходи. Что-то скримеры за скримерами пошли. А сейчас где-нибудь тут еще вылезет. Это типа, не за что, пожалуйста, обращайтесь. Ой, блин. Ясненько. Ясненько. Ты на месте, все? Успокоилась? Нет? Так, где у нас были эти, как, планеты? Блин, эти звуки рандомные. Надоели уже. Планеты у нас были где-то... Где-то... Блин, а где у нас планеты были? О, привет! А ты чё, тут? Может, тебя сфоткать? Нет? Где у нас были планеты? Здесь планет нет. Тогда... Так. Где у нас последний раз что-то открылось? Здесь? А, ну да. Здесь вот. Да.
Так. Теперь фотографии. И Земля... Блин, название не знаю. Земля, Марс. Коричневая планета. Земля... А как? Как? Их как-то крутить надо? Точно. Земля. А как это? Допустим. Приблизить. Уран, Нептун. И чё? Венус, Меркурий. Меркурий, Плутон, наверное. Но я понимаю, что делать. Типа, вот их так вот расположить. Последовательность. Да не на. А. Сейчас. Короче, это сюда. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда, это сюда. Вот. Так. Сейчас я это сфоткаю, чтобы на телефоне сразу смотреть. Так. Так, вот. Короче. Тут надо крутануть. Так. Тут все нормально. Вроде. Да. И тут крутануть. Вот. Смотри. Открылось что-то. О! О! Хорошо, что мы молоток не положили в сейф. А то бы сейчас не открыли. Так. Дальше. Дальше. Давай, давай. Вот. Окей. Окей, окей. Как она себя любит? Везде ее фотки? Или это она так... Она может так следить за нами. Точно. Типа... Мы... Тут она нам комнату открыла, мы сюда зашли, она на нас смотрит, что мы делаем там, где мы. Сюда прошли, она тоже на нас смотрит. А тут туалет. Это интимное место. Ой, не интимное это. Понял. Короче, понял. Интимное. Какой интим? Забудь. Дрим-тим. Так, что там у нас? Значит, дедушка пытался выйти на связь с бабушкой с помощью этой штуки? Это что?
кровь? Это как это? В Джонуке. Вексель? О, там тоже клятва кровью. Все? И все? Ну, бывает. Может, не надо? Блин, а я правильно к шкафу-то подошел. А если сейчас из шкафа кто-нибудь уйдет? Ой, сейчас. Из шкафа кто-то выйдет. А чё, лампочка? Я, если что, тихонечко смотрю. Блин, в прошлой серии игру ругал из-за этой головоломки двухчасовой с колодцем. Типа, зачем в хорроре головоломки, все дела. А они так, как сказать, типа сначала обманывают тебя, мол, смотри, здесь не страшно, а потом херак, скример. Вот. Как сейчас он будет где-нибудь, как выйдет. Дурачок. Блин. Почему? Ага. Ничего. Пошли через кухню, посмотрим, что там. Мы икру немножко обманем. А икру фиг обманешь, да? Ага. Все нормально. Нет, не нормально. Ты перестанешь меня преследовать, нет? Или ты ангел-хранитель, хочешь помочь? Ты уж определись. Или помогай, или пугай. Но не все сразу. Эй. Эй. Спасибо, конечно. Но может я сам. Да я тупенький. Короче, пошли. Чё это? Нет, не понял. Я передумал. Она пропала? Это в пол. Сейчас нет нужды отключить электричество. Блин, я не хочу туда. Ты чё, игра? Игра, ты чё? Игра, ты с ума сошла. Тихо. Блин, страшно же. Вот сколько серий идёт? 24 минуты. Блин, короче. Давай на этом закончим. Я не могу, меня прям трясет, страшно. Ты что? Я не выдержу такого. Ужас. К ней идти еще. Давай где-нибудь в столовой остановимся.
Давай. Это вот это вот. Не хочу к ней. А это к этим. Где там картошечки? Вот. Вот. Как же было удобно, что два дома соединены. Мы могли завтракать с дедушкой каждое утро. Да, мы картошечки. В общем, картошечки и макарошечки. Всем спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Услышимся, увидимся в следующей серии. А на этом пока все. Все. Всем пока.